Более 100 команд из 10 регионов России приняли участие в розыгрыше Кубка вызова по уличному баскетболу. Этот турнир являлся последней возможностью попасть на четвертый финальный тур чемпионата Москвы, который пройдет 18 июля. Участники были поделены на две возрастные группы. Прописку в числе сильнейших получила столичная команда «Ласковые массажисты». В решающей игре им удалось обыграть своих главных конкурентов – питерских «Мигов» со счетом 11-8. Всего в финальную часть чемпионата Москвы пробились 10 коллективов.